В общем, я здесь. Это мой пес. Вот, так его зовут. И здесь рядом Джессика. Сейчас я сяду, и вы меня увидите. Сразу же хочу сказать слово «извините», потому что я сейчас буду в не очень таком привычном для вас красивом наряде. Это все для того, чтобы боцик меня слюнявил. В общем, поехали. Еще раз всем привет. Это мой боцик, это мой пес боцик. Там, Джессика, иди сюда, иди. Джессика уже к нам бежит. Собака. Да, моя песня переболела энтеритом. Мы ее вылечили, и все с ней стало хорошо, с Джессикой именно. Боцик у нас жив-здоров, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, ничего не случилось. В общем, я сейчас сяду поближе к боцику и буду его гладить. Так, Босян. Боцик знает только одну команду, это дай лапу. Боцик, вот, дай лапу. Дай лапу, мой хороший бот. Все гости, которые к нам приходят, они боятся эту собаку. Они боятся эту собаку. Я лично... Началось, они играются. Я лично не боюсь ни Джессику, ни Боцика, так как, хоть они даже играются, Боцик меня даже может иногда укусить. Иногда он может меня уронить, да, и такое бывало. То есть лапой меня он толкнул один раз, и я, вот, видите, и я упала. Да, это было один раз, и это был жестокий раз. Джесси так прыгает, мне иной раз страшно. Я иногда Джессику боюсь больше, чем Боцика. Да. Боцик у нас сидит на цепи. Джессика бегает по всему участку на даче. То есть по полянке. Сейчас я сяду поближе к вам, чтобы вы меня хорошо слышали. А на заднем плане будет вот это. Вот. Боцик меня уже обслюнявил. Да. Итак, наверное, меня не видно. Я сяду туда подальше. Опа. Вот, значит, Боцик у нас живет уже очень много лет. Джессика у нас живет только 2 года, и это уже очень хорошо. Она нас очень хорошо знает, мы ее очень хорошо знаем. Боцик у нас очень дружелюбный пес. Я очень сильно люблю собак, хотя кошек у меня в своей жизни было намного больше, чем собак. Но собак я люблю больше, чем кошек. Получается, что кошек, чем больше кошек, то есть они мне надоели уже. А если бы собак у меня было больше, и я бы сейчас завела кошку, или бы у меня было 2 кошки, а несколько собак, то есть у меня сейчас 4 кошки, ну, точнее, 1 кошка и 3 кота. И если бы у меня было... На данный момент 4 собаки, то или и 2 кошки, то я кошек любила бы больше. Видимо, так получается. Боцик с Джессикой сейчас играются. Значит, Джессика – это ее полное имя. Мы ее коротко называем Джесс и Спуня. И, короче, очень много у нас для нее кличек, но она понимает и... Те и те, то есть и Спуня, и Шмель. Да, Джессика, у нас Джессика хорошая собачка, она у нас все прекрасно понимает. Вот. Значит, Боцик у нас не привитый, и Джессика у нас наполовину привитая, наполовину нет. Мы еще будем добивать ее, допрививать. Джесс, ну куда ты убежала? С тобой без тебя скучно. С тобой скучно, нет. Вообще с Джессикой, ну, не скучно, я... Вот заметила, если я сижу в телефоне там целыми днями, то она меня иногда вытягивает из телефона, то есть она меня пихает, прям вот пихает в бляшку. Берет это, вот так вот нос, представьте, что это нос, вот так берет и пихает. Типа, давай, пошли на улицу, пихнула и подбегает к двери. В общем, эта собачка меня вытягивает на улицу иногда. Иногда я просто кричу на нее, отстань, и она отстает. Наверное, вы не знаете, но Джессика у нас не с рождения, то есть не с самого-самого рождения Джессика у нас.
Я, короче, у ней купила, Джессику купила у своей одноклассницы, которая уже уехала. В общем, да, она продавала собаку для того, чтобы уехать в другой город. Ей тогда был даже еще года, и не было, мы ее взяли. И годик мы справляли у нас дома, Джессин годик. Посмотрите обязательно это видео. Ссылка будет в описании под этим роликом. Вот. В общем, да, Джессики мы справляли год уже на камеру. Ну вот. Она ела тортик. В общем, посмотрите, не буду все рассказывать. Вы посмотрите, и все будет класс. Да. В общем, такая собака. Сейчас пока что лето. Пока что лето. У нас вообще уже осень. Начало учебного года, но я все равно стараюсь выкладывать вам видео, играть с Джессикой, Боциком. Вообще Боцика я очень редко глажу, потому что я очень редко выхожу из дома. Как я могу часто гладить Боцика, если я редко выхожу из дома? Да, вот такая у нас собачья жизнь. Да, да, и я недорассказывала про прошлых хозяев. Они ее очень сильно, очень много ее кормили конфетами. Я это уже вычислила, потому что когда я разворачивала конфету, вот этот шелест этикетки, у Джесси уже выработался рефлекс. То есть если шелест какой-то этикеточки, то значит ей сейчас что-нибудь дадут. То есть, ну, если сейчас что-нибудь перепадет, какой-то балабас. Но мы ей не давали, мы ее отучили. И уже она отучилась от всяких шоколадок. Шоколадом вообще собак нельзя кормить. Представьте, маленького щеночка накормите одной плиткой шоколада. Это ж просто ужас. Вот. Какой-то там шум просто был. Вот, ну это просто нельзя. В шоколаде есть какое-то вещество, которое убивает собак. Оно, то есть, как яд для собак. Вот, и получается так, что, да, в общем, нельзя кормить собак шоколадом. Одно только я вам скажу. Наверное, солнце меня ужасно засвечивает, но ладно. Вот, вот такая у нас собачья жизнь. Кому понравилось это видео, ставим лайки, пишем комментарии. Не забываем про комментарии. Пишем, да, комментарии. Вот, в общем, да, подписываемся на мой канал, потому что с начала учебного года мне вообще перестали писать комментарии. Да, подписываемся на меня в Инстаграме, ник будет в описании под этим видео. Ну, в общем-то, и все. Джессика, скажи пока. Джессика вам говорит пока. Вот и вам. Молодец, Джессика. Пробежала прям мимо камеры. Лайк, если нравится моя собачка Джессика. И Боцик тоже. Боцик это не мой пес. Я как не мой, если это мой пес. Да. Все собачки, короче, мои. Мои два пса. Да. Вы, наверное, спросите, как мне разрешили вообще в доме две собаки. А я вам отвечу. Этого лошади, Боцика, притащил папа. Вот, ну, куда его девать, он был тогда еще щенком маленьким. Он такой был классный, погрызть все тапки. Такой был классным. Вот, да, значит, Боцик у нас с самого рождения у нас. Молодец, Басян. Цепью погремел. Да. Вот. Ну, как бы его никуда не денешь, если он уже как бы у нас, да? Не выкинешь же его за ворота, иди гуляй. Он такой милый был. А Джессику английского кокер-спаниеля породы хотела именно вот спаниельку моя мама. И я, мы очень-очень много в Яндексе набирали картинки английских кокер-спаниелей. И мы так смотрели, у меня аж слюна текла. Я хотела спаняшку потрогать, спаниельку. Так хотела его пощупать, погладить. И я такая прихожу домой. Моя подруга продает спаниельку за 500 гривен. Это очень дешево для спаниеля. Спаниели вообще стоят 3 тысячи, 5.
я смотрела в интернете, да, и такая история, в машине, короче, мы сидим, и я говорю, Галя продает, ну, моя подруга, одноклассница, Галя продает спаниельку. Я такая, я говорю, Галя продает спаниельку за 500 гривен. И папа вытаскивает из кошелька 500 гривен и дает мне. Я так обрадовалась. Вот, и мы сразу же в этот же вечер позвонили хозяйке, то есть позвонили Гале, маминой, маме, короче, вы поняли, да? Позвонили маме Гали, и на следующий день, это было 18 декабря, да, мы как раз сходили в интернат, поздравляли интернатных детей с Днем Святого Николая, и я наблюдала из окна школы, как обмениваются, то есть Галина мама дает моей маме пакет, вот, и Джессику, а мама 500 гривен. И Джесси так побежала радостно, так прям бежит вообще. Это такой момент был классный. Вот. Ладно, всем пока, я уже попрощалась и, наверное, уже 9 минут говорю, как у нас Джессика появилась. А вот так вот он пришел, и все. И погрыз все тапки. Да. В общем, кому понравилось видео, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на мой канал. И всем удачи и пока! Уговаривайте своих родителей завести животных, собак, попугаев, хомячков, всяких еще там разных, шиншилок, морских свинок. В общем, уговаривайте своих родителей так, чтобы они согласились купить вам животного, хотя бы одного, хотя бы собаку, потому что без собаки, мне кажется, вообще ни один человек не сможет прожить. Собака – это вещь. Это единственный человек, собака, который вытягивает меня на улицу. Вот. Всем пока. В общем, да, я уже сказала. И сейчас вам коротко покажу семью собак Джессиных. Ай, ладно. Вот Боцик, он пьет водичку. Пьет, да, Джессика? Там Джессика. Жмаканая Джессика. Да, я так ее называю, потому что она жмаканая. Вот Джессика! Рыжезадая, хвостом виляет. Ай, палочки грызет. И ты моя собака. Джесси, ты меня любишь? Джессика! Спуня! Она еще откликается на слово травоед. Травоед! Она сейчас занята. Она не может... Что там, гавкает собачка, да? Собачка гавкает? Она слушает так внимательно, это вообще... Ладно, в общем, всем пока и удачи в собачьей жизни. Солнце так же рыжий зад подсвечивает. Ладно, а я сейчас пойду кушать и палочку сейчас брошу Джесси. А, нет, вот же маленькая. Вот же лежит маленькая. Джесси, неси палочку. Да, конечно, на даче собаки намного лучше, чем в квартире. Я это уже проверила. О, Господи, сколько я еще могу болтать? Наверное, в вечность.